На берегу жемчужины Кыргызстана озера Иссык-Куль проходит 6-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Кыргызстана и Туркменистана. В рамках данного заседания стороны подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере туризма, экономики, транспорта и энергетики. Официальную делегацию из Туркменистана встретил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Турабаев.